Здравствуйте, сегодня с вами опять я, Андрей Непряхин. Мы продолжаем наше обучение. На сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о нанесении на наш террейн травы. Листовые, творовые. Итак, что для нас для этого потребуется? Сначала откроем в фотошопе текстуру нашего террейна. Вот мы с вами открыли. Вот. Да и давайте мы с вами сейчас нарисуем небольшую карту. Для легкости мы можем создать свой собственный рисунок. Чтобы легче было нам не путаться в цветах, мы выберем стандартные числа. Итак, выберем 150. Цвет может быть любой. Набрали 150. Вот. И там, где нужна вам зеленая травочка, мы с вами зарисуем эту часть зеленой травой. Вот мы с вами так зарисовали. То, что у нас было зеленой травой, мы с вами зарисовываем. Вот таким вот способом. Точность нарисования, я думаю, вы уже сами сделаете. Просто я делаю по-быстрому. Так, следующим этапом мы выберем, допустим, какой-нибудь нам желтый цвет. Вот. Поставим ему 250. 250. Пусть будет 0. Да. Вот у нас получился на желтый цвет. Желтый цвет мы зарисуем дорогу. Это будет у нас асфальт. Мы предназначим для листвы. Вот. И таким способом мы закрашиваем. Вот. И давайте выберем еще один цвет. Количество цветов здесь может быть неограничено. Вот. Выберем еще один цвет. Допустим, вот у нас синий есть. 50-250. Вот. И мы добавим где-нибудь вот здесь, в двух местах, еще какой-нибудь дополнительный металл. Сейчас вам напоминаю, что можете добавить сюда 10-15 видов цветов, 10-15 видов травы у вас будет на ваш материк. Итак, я сделал небольшую подборочку, вот, и получше я нарисовал. Вот. Следующий вариант — это заливка альфа-канала. В данном случае у нас заливали, можно залить 127, серый цвет нейтральный возьмем на 127. Вот. И сделаем заливочку. Наш альфа-канал. Ну, вот еще раз хочу напомнить, что чем темнее наш альфа-канал, вот, тем будет меньше травы, качество травы, количество травинок на нашем терене. Вот, чем светлее альфа-канал, тем больше и гуще трава будет у нас на нашем терене. Вот, когда мы это все создали, сохраняем формат ТГ. Находим нашу папку импорт. Импорт и сохраняем в формате TGA. Terrain Poly Bed. Сохраняем. Все, текстурка у нас готова. Переходим в наш Level Editor. Здесь мы сейчас найдем эту текстуру. Открываем Image. Чекаем текстуры. Если что, одна текстура. Находим нашу текстуру. Ставим формат DTX5. Вот. Видите настройки. Флаги не снимаем. Все окей. Текстура у нас появилась в нашем SDK. Зафиксировалась. Следующим этапом переходим в Detail Object. Выбираем Object List. Вы можете загрузить какой-нибудь уже готовый с разработчиками. Это Detail List Final. Либо можете создать свой. В данном случае я вам расскажу, как создать свой. Вот, с тем он будет намного проще работать. Итак, вот у нас раскрылась наша окошечко. Нажимаем плюсик. Сейчас мы потихонечку будем добавлять. Мы помним, что мы создавали, у нас участвует 4 цвета. Три цвета. Вот. Выбираем детали. Выбираем три наших растения. Это первое растение. Следующий будет листочки. Второй. И будет трава. Это будет третий. Листочки можем еще какой-нибудь вид выбрать, чтобы два подвида листочков у нас было. Вот мы выбрали. Теперь для каждого цвета мы подберем наш траву так. Папоротничек. Добавим цвет. Вот здесь нам нужно подобрать цвет. Мы с вами рисовали. Пипеточку включим. Вот она. И у нас получается, помните, было 150.
переходим сюда и нажимаем окошечко беленькое, здесь ставим по нулям, верхний ставим 150, вот он наш красный цвет. Так, цвет мы добавили, и мышкой тянем нашу травинку, сюда добавляем. Следующая листочка мы сейчас добавим, выберем цвет желтый. На фотошопе у нас на желтый цвет, помню, 250, 250 и 0. Нажимаем мышкой, выбираем 250, 250 и 0. Вот он наш цвет появился. Вот у нас один листочек и второй. Давайте мы вот добавим один и второй сюда. И создадим третий цвет, синий, который у нас с вами здесь был. Помните, 50 и 250. Выбираем 0. 50, 250. И последний наш зеленый трав мы сюда добавляем. Все, цветовую схему под нашу траву мы создали. Нажимаем пестик, когда она плоская. Вот, она нам сообщает о том, что были сохранены настройки. Следующим шагом вкладки Digital Object нажимаем клавишу Enter. Фактически диалоговое меню. Здесь нам нужно выбрать наш текстуру, которую мы с вами создавали. Terrain, поле Dead. Сейчас мы с вами выберем. Находится в папке Terrain. Первое слово у нас было Terrain. И ищем поле Dead. Вот она текстура, которую мы с вами создавали. Добавилась. Ставим три галочки. Последнюю не ставим. Все, текстуру мы добавили. И все настройки готовы. Нам нужно сделать первую инициализацию. Итак, переходим к вкладышу моды добавления. Нажимаем на наш Terrain, левой кнопкой мыши. Terrain добавился. Закрываем моды. И делаем первую инициализацию. Вот вы видите, добавилась наша текстура, легла на наш Terrain. Вот она, наша травка появилась на нашем Terrain. Где мы с вами желтым рисовали, появились листочки. Плотность травы, напоминаю, листочков зависит от вашего альфа-канала созданного. Чем темнее альфа-канал, черный альфа-канал, тем меньше листвы, соответственно, частоту, густоту травы. И чем ярче, светлее ваш альфа-канал, тем гуще будет заселенность нашей травы либо листвы. Итак, мы с вами на этом уроке познакомимся, как создавать наши текстурки наложения травы. Также вы можете удалить, если сделать. Можете сделать это другим способом, стандартным, который дали вам разработчики. Ну, поняв этот способ, я думаю, несложно будет разобраться, как добавить следующее. Итак, мы собрали стандартный набор вот текстур. Вам нужно будет на нашем Terrain, нашем, который рисовали, вот, соответственно, 00255. Значит, переходим сюда, набираем 00, следующий будет 255, и начинаем с вами рисовать в определенных местах. Здесь нарисовали, значит, у нас здесь одна трава, вид травы будет. Вот. Следующий вид травы будет трава сух. Смотрим 36, 35, 27. Переходим здесь. Здесь набираем 36, 35, 27. Вот он наш цвет. Здесь нарисовали, здесь у нас трава это будет. Также можете выбрать на свое усмотрение какую-нибудь кисточку. Увеличить ее размер, чтобы это было более пятнисто, как на вашем Terrain, вот таким способом наносить. Вот. Следующий цвет подбираем. 47, 70, 38. Переходим здесь. Пишем 47, 70, 38. Вот порвался ваш цвет. Таким. Либо простой кисточкой. Но это уже на ваше усмотрение. Как хотите. Все это дело добавляйте. Рисуйте. Где вам угодно. И это нужно проделать с каждым назначенным цветом для нашего Terrain. И тогда будет у вас инициализация в другой вид на ваше усмотрение. Либо вы можете создать свой собственный.
С вами был я, Андрей Непряхин. Спасибо за внимание.